Предотвратить пожар легче, чем его тушить. Основная мысль, которую специалисты стараются донести до школьников. Ребята внимательны к лекции и ролику. Каждый понимает, что от правильного обращения с огнем зависит здоровье и даже жизни. Пожарные тоже рассказывают их направление деятельности, как пользоваться первичными средствами пожаротушения, отвечая на их вопросы. В целом очень полезные открытые уроки, которые помогают, мы надеемся на это, детям ответственнее относиться к пожарной безопасности. Нельзя оставлять включенными электрические приборы, осторожно пользоваться газовой плитой и не баловаться с огнем. Об этих простых и избитых правилах школьникам напомнили еще раз. Здесь показаны пути эвакуации, эвакуационные выходы и средства пожарной безопасности. Не только теория, но и практика. Во дворе школы специалисты наглядно показали ребятам, как безопасно пользоваться огнетушителем. Школьники охотно примерили на себя роль пожарного. Ближе метра подходить не нужно. Самый интересный и зрелищный автомобиль боевого расчета. Особенно ученикам приглянулись пожарные рукава и экипировка личного состава. Школьникам показали, откуда берется и средство для тушения. Накручивается, открывается, как дом кран. Такие встречи в школах проходят регулярно. Открытые уроки пожарных стали уже доброй традицией. Это очень полезный вид взаимодействия, потому что мы знаем, что ребята, школьники, это такие люди, которым нужно все попробовать своими руками, все потрогать своими руками. Есть возможность прямого диалога. Открытый урок приурочили к 375-летию со дня образования пожарной охраны. Знаменательную дату отметят в этом году. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.